9 мая – это великий праздник. Очень здорово на нем присутствовать, потому что никогда не увидишь на улицах столько людей. Столько людей, объединенных одним каким-то вот духом. А сам Вальс Победы, он вдохновляет. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом. Очень интересное получилось мероприятие, как всегда, очень веселое. Очень, я считаю, что понравилось самим ветеранам, людям, которые были здесь. Я считаю, что это память, и память, которая возрождает в следующих поколениях. Мы друзья перелетные птицы, только быть наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдем. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Я очень рад, что побывал, настроение на весь день, и, наверное, в ближайший месяц точно будет. Очень рад за ветеранов. Думаю, они были счастливы все это увидеть. Хоть есть какой-то способ поблагодарить их за все, что они сделали для нас.